Приветствую, дорогие друзья, на своем канале, с вами вновь Хорошко Олег, и в этом видео я хочу вам рассказать, как можно загрузить фотографии в Инстаграм через компьютер, не используя сторонние программы. Ну что же, приступим, поехали! Открываем нашу страничку Инстаграма в браузере. Я буду использовать браузер Google Chrome. Щелкаем правой кнопкой и в контекстном меню выбираем просмотр кода. В Яндекс браузере это будет называться исследовать элемент. Теперь нажимаем на иконку телефонной и планшетной версии, находящейся вверху. Вот та самая иконка. Обновляем страницу. И что же мы видим? У нас появилось меню, как в телефонном приложении. Теперь мы можем добавлять фотографии. Давайте я добавлю фотографию, продемонстрирую вам. Правда, тут нету фильтров, как в самом приложении. Так, теперь пишем наш текст к фотографии. Также добавим хэштеги, заранее скопированные, куда же без них. И нажимаем «Поделиться». Ожидаем. И вот мы видим, что наша фотография уже опубликовалась. Таким образом, вы можете загружать фотографии в Инстаграм через компьютер. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх и не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо за внимание. Всем пока!